Всем привет! Сегодня у нас абсент. Пить это ядерное зелье в чистом виде могут только безумцы. Поэтому у меня есть 60 секунд, чтобы показать вам, как пьется это изумрудное нечто. Существует несколько способов пить абсент, но так как я девушка с огоньком, мы остановимся на огненном чешском варианте. Берем бокал и кладем на него вот такую нарядную ложку для абсента. 30 мл абсента прямо через кубик сахара. А теперь fire show. Поджигаем кубик сахара и ждем, пока он превратится в карамель и стечет в бокал. Теперь перемешиваем остатки сахара и добавим примерно 100 мл холодной воды. Наш абсент готов к употреблению. И пока съемочная группа предусмотрительно вызывает мне скорую, пробуем. Ну что ж, на любителя. Вы знаете, что после абсента могут начаться галлюцинации, и следующий ролик можно записывать в дурке.